Малышева высмеяла заголовки о себе в СМИ. Путин оценил экономические показатели российской экономики. Яд улиток станет основой для лекарств, а слепоту при глаукоме можно будет вылечить. Главные новости сегодня. Тест «Солянка», который смогут пройти лишь эрудиты. Фотопрогулка по городам СССР. Была такая страна. Как кормят на борту российских и других авиакомпаний. Китайский пророк, угадавший дату смерти Елизаветы II, огорошил новыми предсказаниями. А я вам говорил. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!